На площадку приглашается первая пара финального поединка 12-13 лет до 30 килограммов. Горбацевич Иван, Новосибирская область. Тютюша Владимир, Московская область. Готовятся Фролов Денис, Новосибирская область. Куриченко Александр, Оренбургская область. Выясняюсь, Кучеренко Александр, Оренбургская область. Представляем участников финального поединка. Боец «Красный пояс» Горбацевич Иван, Новосибирская область. Боец «Синий пояс» Тютюша Владимир, Московская область. Без оценки. Балуется синий пояс от первого технического действия. Балуется синий пояс. Без оценки. Считать удержание бойцу с красным поясом. Не считать. Считать болевой. Десять. Пятнадцать. Без оценки. Активность бойцу с красным поясом за начало удержания. Техническое время бойцу с синим поясом. Бросковая техника. Один балл бойцу с красным поясом. Без оценки. Внимание! Приглашаются спортсмены на ковёрном уровне возрастной группы 16-17 лет весовой категории до 70 килограмм. Титул Кирилл, Оренбургская область, Сабиров Александр, Челябинская область. Судейская бригада, Белов Ахмедгалиев Андреев. Балуется синим поясом.
Готовятся за ковёрный ранник Грошев Семён Свердловский, Федюков Максим, Немало Ленинский. Подготавливаются Крашенков Виталий Семенов. В этом бою по баллам победу одержал боец с красным поясом Горбатов.